Вы смотрите обзор товара стимулятор роста Energen Extra 10 капсул. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Преимущества: снижает содержание нитратов в плодах, нейтрализует радионуклиды и соли тяжелых металлов. Повышение урожайности на 30-40%. Увеличение содержания витаминов и других полезных веществ. Ускорение созревания на 7-10 дней. Способ применения: для полива рассады и вегетирующих растений разведите 1 капсулу энергена в литре воды. Норма расхода рабочего раствора при поливе – 1 литр на 2,5 квадратного метра. Для опрыскивания овощных и цветочных культур разведите 1 капсулу препарата в 1 литре воды. Норма расхода рабочего раствора – 1 литр на 40 квадратных метров. Для опрыскивания яблони, вишни, земляники разведите 3 капсулы препарата в 10 литров воды. Норма расхода рабочего раствора – 10 литров на 100 квадратных метров. Опрыскивать растения лучше утром или вечером. Раствор должен равномерно смачивать листья. Первую обработку рекомендуется проводить при появлении 1 настоящего листа у рассады, последующие – через 10-14 дней. За сезон обычно проводят 4-6 обработок. Сроки обработок по фазам развития растений, да и после цветения, в начале образования завязей, в фазе интенсивного роста плодов. Срок годности не ограничен. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.